Доброе утро, хозяин. Не стала вас будить вчера. Вы поздно пришли и уснули в кресле. Ты меня испугала, Ли. Больше так не делай. Хорошо, хозяин. В следующий раз я буду озвучивать свои шаги. Хотела вас предупредить, что у меня садится зарядка. Извини, Ли, я уже опаздываю. У меня деловая встреча. Вечером заряжу. Надо бы мусор вынести. Ладно, нет времени, потом. Я постараюсь решить эту проблему. Как же ты ее решишь? Ты же голограмма. Здесь никого нету. Давай отмычки. Я, кажется, отмычку дома забыл. Идиот, дай ключи. Здравствуйте, гости дорогие. Кто это? Вас приветствует система «Умный дом». Я вижу, что у вас не получается открыть квартиру моего хозяина. Не переживайте, я вам помогу. Мой хозяин со мной плохо обращается и не ставит меня на зарядку. Поэтому я его не люблю. Я открою вам дверь, если вы пообещаете, что снимете обувь и не будете пачкать пол. Мы обещаем. Дорогие гости, скорее бегите, а то у меня стоит чип, который я не контролирую, и он автоматически вызывает полицию. Все ценное мой хозяин держит в тех мешках у двери. Быстрее, у вас нет времени проверять их. Бегите! Такая классная женщина. Я влюбился. Как там ее звали? Умный дом, кажется. Какой умный дом? Убегаем! Добрый вечер, хозяин. Мусор вынесем. Как это у тебя получилось? Идеальная женщина. Жаль, что не настоящая.